Всем привет! Событие «Восход Атлантиды», там появился новый герой, Тетис. В принципе, довольно-таки интересный. Давайте попробуем его вытащить. И у меня для этого 7 призывов. И начинаем. Фух. Хотя, честно говоря, может быть, рад буду даже любой пятерке. Вдруг на обмен душ пригодится. Последний обмен душ меня порадовал. Мелия. Вот, в костюме. Отлично. Костюма у меня для нее не было. Я думаю, теперь есть смысл прокачать ее до конца. Так, Сабина. Дальше у нас приходит тут кто? Ну? Гилра. Так, ну, ивентовый хотя бы сыпет. Дальше. Беллит. Не то. Два призыва осталось. Держим пальцы. Дерзкий клык. Ну, на мой день рождения сделает мне игра подарок сегодня или нет? Ну. Мнезус в костюме. Что, в принципе, тоже неплохо. Давайте мы хотя бы посмотрим, что они теперь из себя представляют. Кого вытащил-то? Так. Так, Мелия вышла, да? Была 120% урона всем врагам, все союзники получают 36% вероятности критического удара. А теперь все враги получают меткость. Минус. Ага, она теперь режет меткость. Это, кстати, намного интересней. И класс у нее поменялся. Так. И еще у нас... Так, опа. Уилбер в костюме. Делят полученный урон. Так, и все союзники получают 100% обычной атаки. Ну, не знаю. Вот то, что они... Не... Вот Уилбер без костюма, честно говоря, мне больше нравится. Так, и кто у нас там еще был? Вот, Мнезус у нас был в костюме. Наносит 320. Ага, просто меняется... Не усиление у врагов, а недудью союзников чистит. И класс, соответственно, поменялся. Ну, интересно, интересно. Потом займемся прокачкой этого персонажа тоже. Все, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся в следующих призывах. Пока-пока.